Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». Сегодня у нас матч чемпионата Италии, интереснейший матч против Лацио и также матч в Лиге чемпионов против Порту. Мне кажется, интереснейший сегодняшний будет выпуск, важные матчи. И будем мы, наверное, против Лацио сыграем мы вторым составом, а вот с Порту выйдем первым. Так, здесь нам надо выпустить, давайте Матьюди попробуем. Кодируют сюда. Думаю, справятся. А против Порта выйдет и Криштиану Роналдо, и Пауло Дибала, Гаррет Бейл, так что... В чемпионате у нас есть хороший отрыв, но вот нам нужно теперь реабилитироваться в Лиге Чемпионов. Так, готовится и Блейз Матьюди сегодня в старте выходит. Так что он сегодня будет ключевой фигурой в полузащите Ювентуса. И Allianz Stadium уже второй раз в этом чемпионате, в этом сезоне принимает Ювентус и Лацио. Первый матч в Суперкубке мы победили, на последних минутах забрали себе трофей. Но теперь мы должны также, надеюсь, не на последних минутах, а в основное прям-таки время, забрать 3 очка. Что ж, поехали. И они это доказывают. Ой-ой-ой, и Сергей Миленкович Савич нам забивает аж на 9-й минуте. Неудачно. Отыграли прострел и гол. Четвертый уже в чемпионате Италии. Не пропускает еще. Давайте на Манжукича прям. И Бернардески сравнивает. Отлично. Великолепный игрок Бернардески. Шикарно забивает, сравнивает. Непонятно, с какой-то камеры нам сейчас показывают. И что нам здесь хотели показать тем самым, не знаю. Но третий гол Федерико Бернардески. Не со штрафного, конечно, хотя он два мяча именно и забил со штрафного, мы помним. Вот она ошибка пошла, Спинозола. Ой-ой-ой-ой, снова прострел. Здесь уже Нани, другой португалец из чемпионата Италии, нам забивает. Не пропускаем мы от них второй, находим зато Спинозола этим шикарным пасом. Бежит Спинозола. И Бернардески, вот это шикарно было разыграно. Федерико Бернардески. В каждом пока что матче, в котором он забивает дубль. Тогда он забил со штрафного два мяча. И здесь вот он два раза уже сравнял. Здесь теперь не будет пропускать Ювентус. Ну что, он один из ключевых игроков. Да тем более сейчас он ключевой игрок Лацио в сегодняшнем именно матче. И, ух, какая же передача прошла на Спинозолу. Я думал... перелетит и будет аут, но тут великолепно Бернардески на Спинозолу. Здесь вот шикарный дальний навес из прокоша пропускает третий. Первый гол Спинозолы в чемпионате Италии. Все, забираем мы 3 очка, точнее оставляем мы их у себя дома. По ударам, да, мы превосходили конкретно. Давайте проведем тренировочку. Пришло нам одно сообщение, это пресс-конференция к Лиге Чемпионов, третий тур. И встречаемся мы против Порто. Здесь нам тоже надо, наверное, убрать Маркизио, да. Возьмем мы с собой, наверное, Стурара. Итак, поехали. Третий тур Лиги Чемпионов. Ювентус Порто. Раньше бы, если бы не ушел бы Буфон в другой клуб,
а сейчас он играет в ПСЖ, встретились бы два легендарных голкипера, это Икер Касильяс и Джан Луиджи Буффон. Итак, снова Альянс Стадиум, но теперь уже Лига Чемпионов, Ювентус Порту, третий тур Лиги Чемпионов. Итак, Криштиану Роналду готовится играть против португальской команды. Ух, Миролем Пьянич умеет с дальних дистанций. И Дуглас Коста наконец-то выводит вперед уже Ювентус. 71-я минута, Бейл записывает на свой счет ассист, но нужно Бейл забивать в скорейшем времени, иначе могут упасть у него рейтинги. 1 на 1 реализовать, но почему-то вот бывшие игроки Реала не реализуют, а мы пропускаем как раз на последних минутах от Абубакара. Ну теперь все, да, потеряли очки на последних практически минутах. Сейчас будем смотреть, как там Хоффенхайм с Базелем. Ничья 2-2, так же как у нас. Теперь мы, значит, с Хоффенхаймом на равных идем. Приходит нам одно сообщение, все эти пресс-конференции. Лучше пока что бомбардир это Перишич. Манджукич идет у нас на третьей строчке. 4 очка до Милана. Это все нормально. И приходит нам сообщение, Чили нам предлагается тренерами сборной, мы отклоняем. Хоть там и Артур Видаль, Алексис Санчес, но нет. Итак, с Уденезе у нас будет следующая игра в следующей серии, также со Спалом. То есть не такая себе серия, зато потом будет Милан и Лига Чемпионов с Хоффенхаймом. Так что на этом все, друзья, с вами был Андрей Хорев, канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.